А в мечетях региона по-прежнему жамагату не разрешается читать намаз. В целом по стране коллективные молитвы разрешены, однако это решение не распространяется на нашу область. По словам главного имама области Булатбека Абуова, нет согласия со стороны главного санитарного врача области. Верующие могут читать намаз в мечети только в частном порядке. Также разрешено проводить свадебные обряды. Напомним, мечети работают с 7 часов утра до 8 часов вечера.